Тракторный завод – крупнейшее предприятие Владимирского экономического района. В эти дни тракторостроители находят новые резервы для увеличения выпуска продукции при наименьших капитальных затратах. Идет реконструкция еще одного цеха. Много умения в это вкладывают наладчик Матвеев, заместитель начальника цеха Белов, наладчик Калмыков. Недавно на заводе пущена 5-я по счету автоматическая линия. Ее обслуживают 2 наладчика, а высвобождает она труд десятков квалифицированных рабочих. Строители обязались выполнить полугодовую программу к открытию пленума Центрального комитета партии.